Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура уверен, что его команда сможет выйти на чемпионат мира 2018, финальные игры которого состоятся в следующем году в России. Он заявил, что с нетерпением ждет двух захватывающих матчей против Швеции. Напомню, первый стыковой поединок Италии и Швеции пройдет сегодня в Стокгольме. Ответный матч состоится 13 ноября. На пресс-конференции накануне игры присутствовал и легенда итальянского футбола Джанлуиджи Буффон, который также выразил уверенность, что их сборная не намерена нарушать традицию и выбиться в финальную стадию российского мундиаля. Матч со Швецией, если все будет хорошо, принесет мне удовольствие. О других вариантах даже думать не хочу. Игры плей-офф особенные во всех отношениях. Все просто. Либо мы попадаем на чемпионат мира, либо они. Это все, что нас сейчас волнует. Сборная Италии регулярно выступает на мировом первенстве. И мы должны продолжить эту традицию.